мне очень нравится этот графический музей. Мне кажется, это музей действительно на любой вкус. И бурятская представлена культура, да, причем разных районов Бурятии. Русская, семейская, то есть там и животные есть. Время хорошо можно провести, погулять, действительно, подышать воздухом. Один из моих самых любимых. В втором месте, наверное, я бы выделила музей истории города Улан-Удэ, потому что это действительно музей нового формата, интересные выставки они проводят и привлекают постоянно молодежь какую-то, вот такую форматную субкультуру, и показы фильмов у них там бывают, и мелонги, много всего интересного. А на третьем? Третьего места, к сожалению, нет, вот остальные музеи в такой вот, в какой-то равной позиции.